послушной. И чтоб все мечты ее сбылись. Мы прожили неплохо, но мне хочется, чтобы она жила еще лучше. В общем, начали весело, ждали долго гостей, собирались долго. Но, слава богу, у нас еще предостаточно времени для того, чтобы всех послушать. А вот, я уже успел провести один конкурс, у меня запланировано где-то 9-10 конкурсов на сегодняшний вечер. Я не успеваю снимать конкурсы, потому что сам их провожу, в некоторых даже участвую. Поэтому, друзья, в этих коротких видео, которые я выкладываю со своих мероприятий, где я работаю в качестве тамады, отнеситесь с пониманием. Некоторые пишут, что там работать тамадой, просто перечисляй поздравляющих, гостей, и пусть они занимают все эфирное время. Это не так. Все эфирное время занимает движуха. Конкурсы, песни, ну и, само собой, поздравления. Смотрите, она сама сейчас первый кусочек разрезает для того, чтобы угостить своих гостей. Ай! Красавец!